Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ежедневные награды я забираю. Отлично. Так, забегаем быстренько с вами в магазин. Как всегда, по стандарту у нас идет бесплатная колода. И кто-то там у нас есть. Ага, Кейси Джонс, понятно. Так, сегодня у нас воскресенье. Сегодня мы закрепляем свои позиции на арене, потому что завтра понедельник, будет откат, и мы с вами будем получать награды за то, где мы сегодня с вами окажемся. Я надеюсь, мы доберемся до мастера. Так, подожди-ка, давай посмотрим, куда нас сбросили, нет? Да, меня сбросили. Лига Сёгунов, 15 ранг, то есть я был в мастерах уже, но меня сбросили. Так что, ребята, нужно, опять же, наверстывать упущенное. Ну, начнем, пожалуй, мы с вами с заданий. Так, поднять уровень персонажа. В общем, все понятно, как обычно, по стандартику. Так, давай-ка мы, наверное, будем прокачивать. У нас есть излишки по ДНК. Надо, естественно, сразу их поменять. Замечательно. Так, Усаги, покажи-ка мне, пожалуйста, что можно тебе еще прокачать. Здесь, ну, можно было бы, но долго. Это все будет долго у нас, друзья. Так, 4 наушника, 6 джойстиков и 3 очков нужно. Давай-ка начнем с очков, пожалуй. Ну, как всегда, нам ничего не выпадает. Я даже этому не удивлен. Вот, первые попались. Давай вторые. Угу, конечно. Раскатил, как говорится, губежки. Ага, вот вторые очки выпали нам. И последние. Все. 3D очки мы с вами нашли. Дальше смотрим, что нам нужно. Так, 6 джойстиков. Давай, наверное, наушники поищем. Мы поищем с вами наушники. Угу. Я даже не удивлен абсолютно ничему, друзья. Поэтому не буду тут охать, ахать. Вот. Одни все-таки мы нашли. Одни нашли. И на этом, пожалуй, наверное, и все. Мы уже с вами выполнили задание. Дальше уже будет просто в холостую тратиться телепорты. Все, друзья, давайте заберем, наверное, ревард с вами. Забрали, забрали. Так, пройти серию испытаний. Ну, это я легко и быстро. Давай, наверное, вот здесь начнем. Так, может быть, нам Усаги взять вместо Зека. Да, я возьму, пожалуй, Усаги и именно с ним попробуем пройти. Тут всего две волны. Противник, конечно, будет крепкий, жесткий. Но я думаю, мы его сможем наказать. Так, начнем, пожалуй. Ага, он начал. Ладно, хиляться нам пока не стоит, это понятное дело. Давай-ка мы этот гриб уничтожим с тобой. Давай, Усаги, молодец, красавчик. Так, ну что, Кирби, пора тебе, наверное, отдуплиться, я думаю. Так, бронированный таракан тут выделывается, а? Ты посмотри, он еще и провокацию на себя взял. Ну, естественно, естественно, хиляется. Тут другого и быть не должно. Ну-ка, ах ты гаденыш. Действительно, бронированный таракан. Фиг пробьешь, называется. Ладно, долго он не продержится против моих черепашек, да, естественно. Но, Усаги, накажи. Вот, видели, как он мощно бомбит. Ну что, Кирби? А, сейчас он ходит, да? Летит пташка. Ну, так как это хиллер, естественно, у него будет маленькая слабенькая атака. То есть мы вырубили их, и вот теперь уже, да. Тут ребята посерьезнее. И, пожалуй-ка, я начну с уклонения. Так, значит, здесь у нас карайка-змея, да? Ну, давай бомбанем для начала, я думаю. Вот так вот. Теперь у нас выбор с вами, да? Либо Рокзара, либо Маузеров, либо всех остальных. Давай, наверное, Рокзарчика попробуем. Почти, почти упал. Вертушка от Леонардо. Я думаю, они все сейчас упадут. Нет, смотри-ка, Шархан выстоял. Ну, я думаю, что Майки, да, справился. Отлично, друзья. Ну что, испытания мы с вами прошли. И остается лишь поднять уровень любому из наших персонажей. ДНК у нас сколько хватит, чтобы мы смогли нашего Усаги прокачать на 81 уровень? Как думаешь? Так, поднять уровень персонажа, и все ежедневные задания будут выполнены. Так, у нас в данный момент, ну, почти 18 тысяч, а для Усаги нужно, оу, 19, почти 20 даже. Ну что, мутаген мы с вами пойдем набивать, конечно же, на турнирку. Поехали, сразу же начнем, друзья, не будем тут рассусоливать. Павел, Джуниор и Андрезино. Андрезино? Ну, парень, ты и назвался. Ты, наверное, хотел назвать себя Андреем или Зиной, я не знаю. И тут соединил, и получилось Андрезина. Ладно, бог с тобой. Начнем, пожалуй, у кого больше всех. А у них у всех одинаковые кубки, поэтому не имеет значения. Давай начнем с Андрезины.
Так, 66-й максимальный уровень здесь, да? Поэтому я начну с 60-х наших ребятулек. Я думаю, что здесь... Нет, рискуем. Давай-ка я возьму, пожалуй, сюда Рокзара еще. Провокатор нам здесь обязательно нужен. Потому что Лео вряд ли всех здесь положит. 66-й уровень, как-никак. Это уже на пределе. Ну-ка, Лео, покажи, на что ты способен. Что ты можешь здесь сделать? Слушай, ну он красавчик. Лео просто красавчик. Я могу сейчас ушатать. Так, Майки. Давай-ка его вот так вот, наверное. Хоба. Постепенный урон. И массовая атака от Паукуса. Все, бинго. Бинго. Очень хорошо сыграно. Ребята, продвигаемся с вами дальше. Нам нужно сегодня закрепиться в мастере. Запомните, потому что завтра уже некогда будет этим заниматься. Так, седьмая позиция. То есть еще, наверное, один бой нам предстоит. И это будет так, Васька, Ромка и Нонейм. По кубкам у нас Нонейм, да, ведет. Ну, давай тогда выберем его, Леонардо, возвращаем опять в строй. Возьму-ка я сюда, наверное, Донателло, возьму Армагона. И хотелось бы, конечно, отыграть слабых персонажей. Я возьму, наверное, Шарх... Нет. Возьму Тимми сюда. И для пущей достоверности я возьму сюда... Криса Брэдфорда, ну, чтобы на худой конец он смог добить ненужного нам противника. Так, смотрим здесь, ребята, ну, Пит фигня, слабак. Опять же, Майки здесь у нас, да? Слэш, в общем, самый опасный я здесь вижу Слэш и Донателло. Поэтому давайте делать вертушку от Лео. Сейчас Пит упа... Пит выжил? Вы серьезно, что ли? Вот чего-чего, вот этого я не ждал. Так, Слэша нужно убирать, срочно. Хоба. Так, красавчики. И я думаю, что Армагон всех добьет своим вот этим вот астероидным ударом. Да, друзья. Надо будет как-то взяться за его прокачку, потому что Армагоша в нашей компании тоже имеет очень большой вес. И без него, как говорится, обходиться мы не можем долгое время. Ну что же, мы возвращаемся с вами в мастер. Пока одна звезда. Вряд ли, конечно, мы получим с вами две звезды. Слишком много нужно для этого ресурсов, времени. И откатов, а у нас и того мало. Ну ладно, Рауль, Мартин и Севинч. Даже так. Ну что, я думаю, мы возьмем с вами Мартина. Начнем с него. Так, взяли Лео. Берем вот этих вот ребятулек. И, наверное, я, наверное, возьму сюда Майки. Будем играть через уклонение. Сейчас Майки сделает свой суперталец. Потом Лео, естественно, сделает свою вертушку. Правда, я не уверен, что Эйприл в этот момент не отхилит всех. Значит, что мы с тобой сделаем сейчас? Немножко схитрим. Или не надо хитрить? Нет, не будем хитрить. Давай лучше сделаем уже наверняка вертушку. Кто-нибудь да упадет. Отлично. Пускай теперь... Ага, кого пускай? У него Эйприл уже упала. Так что все, друзья, на расслабоне играем. Так, давай, наверное, крик души от змей Карай. Ты смотри-ка, не упали. А вот так вот если... Шикарно, отлично. Даже ничего не сделали. Никого мне не положили. Нормуль, двигаемся с вами дальше. Посмотрим, на какое место мы передвинемся. 87-й, считайте, 10 ступенек мы перепрыгиваем за один бой. То есть нам нужно как минимум 9 боев, чтобы попасть в мастер 2 звезды. И еще где-то боя 3, чтобы укрепиться там до понедельника. Не получится, друзья, не получится. Даже если я вечером поиграю, когда у нас через 8 часов сделается откат, мне все равно этого будет недостаточно. Так, Баян, Беннис и Даника. Даника. Первый раз такое имя слышу. Ну что ж, давай тогда начнем с Даники, наверное. Нет, друзья. С Бенниса. Пенниса. В общем, начнем с него. Поехали. Я возьму сюда, пожалуй, Шархана и Кирби. Также возьму сюда Зека и... Кого мне еще взять сюда? Рафик, что ли? Не хотелось бы на самом деле. Давай возьмем Железноголового. Хотя можно даже его не брать. Нет, мы перебьемся. Я возьму сюда Муху. Слушай, я рискую. Вот сейчас в данный момент я рискую именно Мухой и именно Кирбисом. Да, и в то же время у меня Шархан под ударом. Но я надеюсь, что Зек меня не подведет. Ну-ка. Так, Зек, красавчик. Лео, теперь давай ты. Донателло, как всегда, выживет, я больше чем уверен.
Нет, нет, друзья мои, я был неправ. Даже Донателло здесь не выдержал и упал. Ну что же, для нас это хороший результат. Мы с вами продвигаемся дальше, и у нас еще, наверное, будет боя 2, я так думаю, да? Ладушки, давай посмотрим. Здесь у нас Патриция. Что тут? Джаред и Дмитрий. И Дмитрий. Значит, у нас выбор между Дмитрием и Джаредом. Я думаю, что мне выгодно взять именно Дмитрия. Кубки, как видите, одинаковые у всех, кроме Патриции. Ну, а здесь персонажи будут послабее. Здесь 66-й максимальный уровень, а вот здесь, как мы видим, 68-й уже присутствует. Да, пожалуй, Дмитрий все-таки. Так, давай, Лео мы забираем. Я забираю сюда, скорее всего, Рафаэля, может быть, забрать. Так, смотрим, массовых атак здесь не так уж и много, да. Только лишь от Шреддера я могу получить плюху. И от Донателло. Поэтому я беру сюда, наверное, Рафаэля. Раз, два, три. Большущий просто риск в данный момент. Но я думаю, что он будет оправданным. Фух, лишь бы они массовые атаки свои не стали применять, и тогда все будет хорошо. И Рафаэль, главное, чтобы сейчас успел встать в стоечку. Но не тут-то было. Кого сейчас накажут мне? Воу. Слушай, что делаем? Ну, у меня особого выбора нету. Понизим защиту. Так, вот, все, друзья. Теперь я расслаблен. Рафаэль у нас встал в стоечку. Да-да-да-да-да, конечно. Ты же сейчас получишь по шеям. И ты крест тоже получишь по шеям, естественно. Так, Донателло нам, по идее, нужно как можно быстрее уничтожить, потому что я больше уверен, сейчас будет массовая атака от него. Не добили. Ну, смотрим. Нет, нет, он подписал себе смертный приговор. Но не забывайте, еще Шреддер есть. Так, Шреддер, давай-ка вот так мы тебе, наверное, оп, плюшечку. Все, теперь он ничего не сможет сделать, потому что мы ему заблокировали все способности. И добиваем. Нет, не добили. Вот, Лео добивает. Слушай, вообще великолепно. Все очень классно у нас срабатывает. Я даже сам этого, честно говоря, не ожидал. Но вот все получается. Это очень редко такое бывает. Ну что же, мы перемещаемся. Какая позиция? 69-я. Ага. Ладушки, заключительный, по-моему, у нас сейчас будет бой. Денис. Что так скривился? Али и Садия. Даже Садия какая-то у нас тут есть. Ну что, я, наверное, возьму Али. Да, я возьму Али, будем драться именно с ним. Ну что же, Лео, возвращайся. Кстати, мы можем, наверное, еще с вами два боя все-таки сделать. Если постараться, ведь можно, да? Ну, рискованно. Ладно, я попробую, друзья. Попробую все-таки сделать два боя вместо одного. Риск опупенный, особенно, смотри, 48 уровень, 50, а тут-то, смотри, 64, 65. Но если нам сейчас повезет, точнее, если Леонардо сделает большое повреждение, плюс Бакстер стоком успеет выпустить волну, то все будет четненько. Лео, уложи кого-нибудь, пожалуйста. Так, Рафика уложил. Хорошо, давай попробуем. Ну, это бесполезно. Шреддер, конечно, здесь никого не подобьет. Мажет. А вот это уже четко. Смотри. Хоба. Нормуль? Нормуль. Еще попробую сказать, что нехорошо у меня получилось. Все, друзья, замечательно. Давай последний теперь уже точно у нас будет бой. 58-я позиция. Прикинь, мы вот если сейчас выиграем с вами, да, мы где-то будем на 50-м месте. Может быть, даже где-то на 46-м. То есть нам до мастера 2 звезды остается еще где-то, ну, боев 6-7. То есть я вечером все-таки попробую прорваться в Лигу мастеров, а в понедельник где-то утречком закрепиться, потому что там откат будет где-то в часа 2. Ну, естественно, для чего это все делается? Чтобы получить нам больше осколков. Я сейчас очень сильно от них завишу. Так, ну что ж, давай приступать к бою. Андрей, Брэндон и Коллинз. Берем самого слабого. И это у нас получается Брэндон. Так ведь? Или я ошибаюсь? Нет, вот здесь вот будет послабее Коллинз, потому что здесь 65 уровень присутствует, 66, ну и, конечно, 3 68. Я думаю, что, наверное, все-таки мы пойдем именно с Коллинсом драться. Хотя, вот этот вот чувачок очень опасен. Сплинтер, который постоянно имеет контратаку. Слушай, нет, друзья, я, наверное, передумал. Возьмем, скорее всего, с вами вот этот отряд. Андрюху. Тут еще более-менее как лояльно. Тем более у нас персонаж в плане. Ё-пар-зета, у меня кончились, друзья, откаты.
Лео-то больше не сможет участвовать в бою. Ладно, вся надежда на Усаги. Но Усаги по сравнению с Лео, конечно, проигрывает по уровню, по атаке. Но зато у него есть постепенный урон. Так, пробуем. Риск, благородное дело. Погнали, друзья, погнали. Ой, Усаги, на тебя вся надежда. Ну-ка. Ой, как он хорошо-то. Ты посмотри, но смотри, сейчас будет. Снял. Блин, вот этот паршивый майки, он снял все, но... Слушай, что нам делать, провокацию или бомбить? Твою же маковку. Я больше чем уверен, что Донателло мы не сможем с вами убить. Именно. Я... Фиг с ним, поехали, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А нет, подожди, ребята, все, по-моему, хорошо. Ну-ка, майки. Да слабак ты, майки, он сейчас... Нет, нет, нет. Фух. Ты посмотри, что произошло, друзья мои. Как так? Эйприл, Эйприл, который слабончик у меня, просто взяла своим виром и бомбанула Ваньку Стиранка. Ну это просто имба, друзья мои. Она 46 уровня, а Ванька был какого там? А Ванька был 66-го. 20 уровней разница. И Эйприл, красавица ты моя девочка, умница, побила такого здорового детину с гранатометом, каким-то слабеньким веерочком. Молодец, я не ожидал от нее такого. Ну что, друзья мои, вроде бы в лиге мы с вами отыграли. Я даже не знаю, что нам теперь делать. В испытаниях у нас все пройдено, что мы могли, по крайней мере, да? Здесь, конечно, хотелось бы пофармить маленечко, но 4 телепорта тратить на это я не буду. А зато я могу, вот здесь пофармить маленечко. Кстати, я тут неплохо фармил. И нам, по-моему, 2 ДНК на открытие новой черепашки не хватает. Давай-ка попробуем, вдруг мы сегодня кого-нибудь достанем. Так, Рафаэль Фильм. Так, обычный Рафик. 50 жетонов, ладно, фикси. Так, Микеланджело видение. Но, по-моему, все-таки не он. По-моему, нам нужен Рафаэль видение. Так, Донателло. Леонардо. Ну, Донателло. И на этом у нас заканчивается сыр, так ведь? Да, друзья, сыр заканчивается. Ну, ничего с этим не поделаешь. Дай-ка я посмотрю список. Угу, тут у нас очень много ДНК лишнего, давайте это все обменивать. Кстати, нужно посмотреть в магазине, что-нибудь новенькое у нас появилось. Так, друзья, есть хорошая для нас новость. Мы можем с вами взять 5 ДНК на Кейси Джонс. На Кейси Джонс, может быть, возьмем 5000 ДНК потратим, у нас остается 6000. Так, секундочку. Давай зайдем в список, я кое-что хочу посмотреть. Подожди-ка, у нас тут еще, оказывается, не везде потрачено. Дубликатики везде есть, да? Ага. Так, у Хана есть, давай менять. Там, конечно, копейки получаем, но все равно. Ну, давай посмотрим теперь по черепашечкам, да? Что у нас получается? Вот, друзья, Рафаэль Видение. Всего лишь 2 ДНК нам не хватает, чтобы его открыть. А нам как раз и не досталось, да? Но не забывайте, что это дело все копится. Вечером, возможно, у меня появится еще сыр, и я еще разок попробую там пофармить. Может быть, все-таки мне выпадет. Ну, а пока я, наверное, все-таки приобрету 5 ДНК на Кейси Джонса. Отлично. Так, у нас с вами 6235 сюриков остается. Так, энергия 175 долларов. Ну, этого, конечно, мало. Мы здесь ничего приобрести с вами не сможем. И вот теперь нам нужно понять уровень. Это будет у нас, естественно, Усаги. Так, Усаги, иди сюда. Погоди-ка секунду, погоди-ка. Я кое-что гляну. Да, я все-таки думаю, что надо вкладываться в Усаги. Он красавчик. От него больше толку, вы сами прекрасно видели. Он как, грубо говоря, второй Леонардо. Да, и по мощам, и по силе. И плюс у него массовая атака, которая, если не добивает, так вешает постепенный урон. Главное, чтобы в этот момент не было в команде Микеланджело, который может снимать все вот эти антибафы. Так, и забираем наши с вами реварды. Ну что, друзья, я думаю, что на сегодня пока все. Немножечко мы с вами укрепили наши позиции. Остается мне подождать вечерка. Там я еще немножечко подерусь. Может быть, даже выпущу серию, если захотите. Но она будет очень короткая. Чисто бой на арене. И ждем понедельника. Там уже будут у нас подведены итоги нашей игровой недели. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.